Так, мы в городе всякую херню сделали, продали, там купили все, что надо. Теперь мы возвращаемся в эту пустыню ебучую, блин. У меня реально глаза болят от этого желтого цвета, вообще неприятно. На камере, кстати, очень плохо выглядит этот пустыня. А, вот мы нашли какой-то караван, его надо было найти. Нет. А, вот. Зал утерянного идола. Смотрите, тут опять куча врагов. Опять птички. Дима, у тебя лагает, да? О, портал. Меня иногда подтормаживает. Когда, особенно когда много врагов. Блин, куда мы идем? Вообще карта такая большая. Тут сейчас квест получим. Мы две пещеры пропустим. Ну, карту сначала открыть нам. Ситуация в городе почти вышла из-под контроля. Простой люд теряет терпение, и нам следует его... Командный пункт какой-то. Командир сказал, бля, все пришли. О! Сейчас будет жестокий секс. Вот эти змеи, которых я не люблю, с трезубцами. Они меня бесят, сука. О, у меня паучья королева открылась. Гигантский паук такой. Выходите, ребят, мы вас освободили. А ну пошли быстро, на. Все. Теперь я буду вызывать паучью королеву, которая меня будет удовлетворять. Смотри. Охуенно, да? Всю карточку открыли и две пещеры рыщи. Да, там много. Если откуда мы пришли, там не всю карточку открыли. Ты сейчас спокойствие идешь. Ну что, тогда обратно возвращаемся, заодно в пещеру будем заходить. Это меня прикалывает этот персонаж, у него, бля, лягушки, собаки, нахуй, пауки, потом зомби еще. Да, прикольно. Давай зайдем сразу. Угу. Thank you.
О! Тут, короче, пещеры тоже такие пещеры, они будут достаточно долгие. Тут с потолка сыпется, короче, песок. Хотя это может быть маленькое, конечно. Ого, меня прям отбросило. А тут желтый. Ой, я колечко лучше нашел. Желтое. Я купил смот, который можно камушки ставить. А я забыл про эти камушки, я пока их не находил. Ты уже находил камушки? Сами камушки нет, еще не выпадали. Ага. Но их можно купить у продавца. Можно их прокачать, чтобы они не выглядели. Он работает по той же системе, что и это. Кузнец. Дурачки предметы. Короче, тоже прокачиваешь там, потом получишь камушки и у него получается. О, паучки! А, не паучки. Не будем возвращаться, мы тут еще не все посмотрели. Да, они ушли. По идее, они привезли пещеры, в принципе, они могут сказать.
попросту. Я здоров, как быть, блядь. О, Дима. И я здоров, как быть, блядь. Почему какие-то книжки дают столько опыта? Что наш род настолько обнищает? Типа познание. Человек расспрашивал об Игоре Рекорде. Ну все, тут больше ни хрена нет. Который принадлежал великому магу по имени Золтан Кул. Если мне удастся завладеть этим сокровищем, если мне никогда больше не придется голодать. Я помню, потом будет такая же пещера, там будет вроде 3 этажа, и они будут очень долгие. А еще будет такая же пещера, только на время. За 2 минуты нужно найти сокровища, иначе они пропадут. И там реально такие сокровища крутые, по идее. Но я не находил их, я не успевал. Я в сторону бежал. Видишь, что он там еще место нашел, он зовет нас. Идем, зайдем. Ага. Ну сейчас мы тут перебьем, братан. А как мы могли пропустить? Бля. А у них что? Что все там пусто. Да. Погулять решил. Че, я вышел?
давай здесь, смотри, откроем то, что осталось, пойдем в другую пещеру, которую мы просто пропустили. Надо погреб просто. Он какую-то хуйню дал. Бля, у меня столько барахла, пиздец. Вещей все больше и больше выдают. По квесту идем мы по квесту. Ова. Голоса духов. Волосняк.
я здоров. Я здоров, Мазабич. Я здоров, как 100 коров. Я здоров, как 100 коров и 3 овечки. У меня дома живут 3 овечки. Вот смерть. Точнее, как называется хуйня. Пустынный ураган, сука. Торнадо. Тор жопа. Тор не надо. Тор не надо. Торнадо или не надо? Тебе Тор надо, мне не надо. Толь, тебе Тор надо. Нет, мне не надо. Пиздец. Шахта Хади. Шахтер. О, бля, я думал, это жёлтый.
Все? Нет, кнопка, смотри. Кнопочка! Так, и теперь что? Дальше по квесту. Дальше, пошли дальше. Дорога в Алькарн. Вот тут портал. Бля. Книга. Босс тут. Я даже не знаю, что я от босса получил, у меня столько вещей, что я в них даже не разобрался еще. Надо в город. Там все равно самое лучшее показывать сверху. Даже вниз не надо смотреть. Че, прошло ровно полчаса.